Накануне в День театра в Ишиме состоялась премьера спектакля «Конек-горбунок». Ишимский народный театр «Зеркало» представил свою оригинальную версию постановки известной иршовской сказки. Примечательно, что на подготовку «Конька» ушел всего месяц. Актеры это объясняют тем, что давно сроднились с произведением. «Конька-горбунка» каждый из нас знает с детства. Ну вот, по крайней мере, на слуху. И текст ложится очень легко. Сам текст. То есть текст не учится. Текст, он просто входит. Когда ты начинаешь проживать этот кусочек за кусочком, он вот как бы откуда-то вылазит из головы. То есть его не учили практически никто. Так, ну вот фразы, где по одному, по два слова надо было сказать, их заучивали, чтобы не проспать. А все остальное, оно шло по накатанной. Мне очень понравилось, очень интересно, забавно. И несмотря на то, что эту сказку знаю, прямо от корки до корки перечитывала, достаточно интересно, я посмеялась.